Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию пример, как они, я имею в виду коллекторы, представляются вымышленными именами и как они реагируют на то, когда человек высказывает сомнения по поводу действительности их имени. Вот в данном конкретном случае стоит немного изменить голос, и они уже совершенно по-другому разговаривают. В данном нашем случае, как я уже говорил, мы стараемся представляться другими именами, чтобы, скажем так, вывести их на разговор, потому что просто с юристами они разговаривать не хотят. А мы хотим, чтобы наш канал пополнялся новым контентом. Итак, внимание, давайте послушаем интересную запись, хотя и коротенькую. Вас слушаю, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я вас слушаю, здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью. Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Екатерина Александровна. Ведется аудиозапись с разговором. Александр Валерьевич, верно? Да. А фамилия как это ваша вы? Еще раз? Фамилию, пожалуйста. Я не Бучина Екатерина Александровна. Бучина. Это ваша фамилия? Да. Ага. Точно? Я звоню по поводу... Что? Точно ваша фамилия? Что вы сказали? Это что точно сказали? Ваша фамилия? Просто вы мне звонили совсем недавно и представляли совершенно другим именем. У меня очень хорошая память на голоса. Когда я вам звонила? Ну, мне постоянно звонят с вашей организации. Вам звонил другой сотрудник. У меня отличная память на голоса. Что вы решили? Чего вы решили, что это я вам звонила? Да потому что это вы мне звонили, только представили совершенно по другой фамилии. Подолгу. Я вам не представляла с другой фамилии, я вам не звонила. Да ваши интонации, их ни с чем нельзя перепутать. Вот эти вот интонации превосходства заочного. Александр Валерьевич. Нет, девушка, в сторону никто не уходит. Просто имейте смелость представляться. И действительно, что слышали интонации какие? У нее даже проскочило там «Чё?» Вот это вот. Она там изо всех сил пытается себя сдерживать, чтобы не начать разговаривать на привычном для нее языке, наречии вот этой подворотни, откуда она пришла на эту работу. Потому что на эту работу приходит либо из подворотни, либо, ну скажем так, из семей неудачников, где детей тюкали, тыркали, били, обижали и так далее. Как хотите, относитесь к этому заявлению, но это мое мнение. Нормальный человек никогда, на мой взгляд, не пойдет работать в подобную шарагу. Что бы ни происходило в стране, люди всегда могут найти что-то более или менее достойное. И достойные начинаются уже с уборки туалетов. Это уже более достойное занятие, чем работать в коллекторской организации. Так вот, поэтому делайте выводы, друзья мои, те, кто недавно на нашем канале, кто не понимает, почему и как так сложилось, что вы попали на наш канал. Все почему так сложилось? Да потому что звезды сошлись. Видимо, уже хватит вам находиться в позиции жертвы и зависеть от этих отбросов общества, от людей, которые никого не уважают, и в том числе сами себя не уважают. Это доказывает их выбор. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Смотрите, слушайте обращение мое. У нас целый плейлист с моими обращениями. Там очень много рассказывается всего интересного. Просто слушайте наши ролики в аудиоформате. Это тоже такой очень интересный способ преподнести вам то, что на самом деле, может быть, вы впервые слышите. И данный конкретный контент поможет вам разобраться, успокоиться, что немаловажно. Но просто слушать и улыбаться, либо думать, что все на самом деле вот таким вот образом и закончится, если вы начнете им хамить в трубку, разговаривать с ними подобным образом, здесь я вынужден вам сказать, что вы ошибаетесь. Дело в том, что коллекторы – это низшая каста, это структура, которая призвана вернуть заемщика неблагонадежного, человека, который перестал платить, в банк.
ну, либо к своему кредитору. Вот. Но если у них это не получается, то, конечно же, банковские юридические службы будут все-таки в большинстве своем, если человек не знает, как защищаться, а просто думает, что все и так сойдет, будут предпринимать серьезные, настоящие, правильные меры, законные в том числе. Но почему я сделал акцент на слове «законные»? Потому что они подразумевают законные, соответствующие ответные действия со стороны должника. Не можете сами, можете обратиться в нашу компанию. Ну, либо к любым другим юристам, но за них я не буду ничего говорить, за любых других юристов. А у нас скажу. Мы можем сделать так, чтобы банк сам отказался от претензий. Мы можем создать такие условия для своих клиентов, когда банк самостоятельно отказывается от претензий, потому что те события, которые мы сформируем, категорически невыгодны для банка. Как мы это делаем? Посмотрите на нашем сайте видео. Вот ссылочка на сайт, посмотрите в правом верхнем углу. Вот она появилась. Ну и в описании любого ролика есть ссылочка на наш сайт. Значит, смотрите видео. Если вас все устраивает, там рассказывается, как устроена работа кредитных юристов компании «Алям». Смотрите, если вас все устраивает, оставляйте заявку, как рассказывается в видео, и в рабочее время с вами свяжутся наши специалисты. Ответят на оставшиеся вопросы и расскажут, что и как будет дальше. В вашем случае, в случае тех людей, кто решил все-таки раз и навсегда разобраться со своими кредитными проблемами и долгами, все будет на самом деле категорически в противоположную сторону. Я имею в виду в сторону направления, которой, как говорят, в светлое будущее. Вы, наверное, уже забыли, как жить без долгов, а это, поверьте, возможно. Еще раз, вот смотрите, ссылочка появляется в правом верхнем углу. Вот она. Посмотрите, кликните, она кликабельна. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Лайк с вас, ну и репост в соцсетях. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылка на группу в описании этого либо любого другого ролика. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алям». Всего вам хорошего. До свидания.